Сегодня мы будем говорить на тему праздника Преображения. Вот такое вот интересное хотел предложить вашему вниманию. Сейчас я больше говорю. Что вы видите на вот этих картинках вообще? Что вы здесь видите? Вот вам ничего не интересно, ну, как бы как-то не гласные резы, как говорится. Вообще это... Вообще хороший вопрос. Да, вот вообще, это, кстати, классный еще один вопрос, да? Да, я, кстати, вот написал, когда праздник там, Преображение Господне, вы не поверите. Просто вылетела целая туча открыток. Причем интересно, что народ поздравляет друг друга сначала с яблочным спасом и преображением Господним. То есть в основном яблочный спас стоит вообще на первое место. И у меня сразу невольно как бы поднялся вопрос. Стоп, а что такое, во-первых, яблочный спас? Вообще, как эти два понятия взаимодействуют друг с другом? И мне просто это стало интересно, я решил с вами поделиться и все-таки поговорить о празднике преображения. Вот. Значит, смотрите. Друзья, яблочный спас. Кто-то знает вообще, что это за праздник яблочный спас? Яблоки, вот очень близко, кстати, Анечка, молодец. Да, близко, то есть это вот привязано как-то вот к сбору урожая, да? Вот. Так вот, интересно, что когда я начал немножко этот вопрос подсчитывать, вообще празднуется 19 августа. Эти два события сплели в одно, но это совершенно два разных события. То есть было в славянских культурах, славянских народах, была такая традиция народная. Это конец лета, начало осени. Праздновали славянское, славяне, да? Значит, в зависимости от культуры славянских народов западных и восточных, кстати, яблочный спас вот в Сербии, например, в Сербии, то там не яблоки, а там виноград. Там виноградный сад. И идея была в том, чтобы как бы благодарочка, значит, природушке, матушке за то, что собрали урожай и, в общем, готовиться к осени. Вообще идея вот такая была. Но идея это отсылка к языческой культуре. Это вообще с христианством никакого отношения не имело. Это народная традиция такая. Но, как нам известно, часто идея соединить два события, как бы взяли, вот в то время, видно, решили так, собрать одно из других. Вот. Так вот, интересно, что яблочный спас – это не христианская традиция, это народная традиция. Там очень много примеров, там очень много каких-то там, ну, в общем, вообще к христианству не относящихся. Да? Ну, возникает сразу вопрос, хорошо, а преображение Господне тогда? Что это такое, да, что за праздник? Вот интересно тоже такой момент, это я в энциклопедии нашел интересную информацию. Так вот, праздник Преображения Господня, это основан на истории Евангелия, вообще, которая взята из евангельской истории, и его начали праздновать аж в 4 веке. И начали его праздновать, как ни странно, именно вот святитель Григорий Просветитель начал праздновать, ну, как бы, учредил этот праздник. И в основном, значит, он отмечался христианами на Востоке только. И вот именно вот армяне начали этим заниматься. Да, так что, друзья, вот такая интересная история. Ну, на сегодняшний момент мнение исторических церквей разделилось. На какой горе было преображение? Все-таки на горе Фавор или на горе Ермон? Почему, например, вот в этом вопрос? Потому что мать Константина императора, который сделал христианство, ну, как бы официальная религия, она распорядилась построить храм Преображения именно на горе Фавор. Поэтому часто туристы возят на гору Фавор. Но это не потому, что это было там, а потому что вот мама Константина так сказала, как бы, ну и как бы же, и так повелось, что, ну, значит, там, наверное, там храм стоит, давайте туда будем ездить. Ну, как бы единства нету вот в вопросе, где именно было преображение. Ну, как бы туристически принято, что Фавор. Ну, некоторые считают, что Ермон. Друзья, смотрите, сейчас будем читать текст библейский. Вообще про праздник преображения. Не про яблочный спас, как он говорит. Праздник преображения.
Хотел, чтобы мы обратили внимание на три вопроса. Три вопроса, которые мы сейчас можем увидеть в тексте. Вопрос первый. Иисус, кто он в этой истории? Кто нам предстоит? Ну, то есть понятно, да, вопрос первый. Второй. Что сказал Бог Отец ученикам в этой истории? Вот мы сейчас будем читать ее, и вот эти три вопроса. Третий вопрос. Что делал Иисус перед тем, как преобразился? Три вопроса, да? Все понятно, три вопроса, да? Давайте сейчас тогда перейдем к библейскому тексту, который записан в Луки 9 глава 27 по 36 стих, и представим эту историю. А кто мог бы прочитать? Пожалуйста. Кто еще не читал? Кто мог бы прочитать? Мелким шрифтом, понимаешь, текст. Если хочешь, можешь прочитать. Может, кто-то другой мог бы прочитать. Может, Рома мог бы прочитать. Он у нас, да, он человек, мог бы. Да, Луки 9, 27, 36. После этих слов зашел в набор молиться. И когда молился, лица его не закрылся, и одежду его сделали белой представившей. Вот вам уже беседу с ним. Это был Моисей и Илья. И вижу с послания, они говорили об исходе его, который ему надлежит совершить в Иерусалиме. Петр же, бывший батя ученым или сном, разбудившись, не слава Богу, стоявшись. Когда они отходили, он сказал Петр Иисус, но там хорошо на тебе быть. Делай три вещи, одно тебе, одно на Исеи, одно на Ии. Не знаю, что говорил, не знаю, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако, и наступило им. И устрашили его, когда нашли Бога. И вывел из облака голову, говорящий, это сын его любимый. Его слушайте. Когда он стал звучал, остался его тут один. И они молчали, и никому не спасибо, спасибо большое. Вот этот текст, который прочитал Рома, это синодальный перевод. Вот это современный перевод. Если кто-то может тебе прочитать в современном переводе тоже, как это будет. Вот. Кто бы хотел, может быть, прочитать историю в современном? Интересная история, да? О чем она повествует? О чем эта история? О сверхъестественном. О, хорошо. Пророками, пророками. Ага. Ага, интересно. Может быть, да, интересно. Еще, друзья, может, какие-то идеи?
Ну, в общем, я выделил здесь, ну, как бы хотелось добавить к тому, что вы сказали. Я выделил здесь четыре очень важных момента, на которые стоит обратить внимание. Потому что вообще вот этот текст, он очень сильно такой, знаете, глубокий, он очень теологический. И вот смотрите, про что эта история, четыре важных момента, те, которые вот к вашему я бы добавил. Да? Первый. Иисус являет свою сверхъестественную природу. Интересно, что Иисуса Христа люди всегда видели в облике человека. То есть он выглядел как обычный человек. Вот. И вот тут представьте ситуацию. Перед ними предстоит небесный житель, ну как, небожитель, да, то есть он преобразился, он светится. То есть для них это было просто что-то невообразимое. Он поменялся, его облик, да. Интересно, что, как это произошло? Как это произошло? Здесь написано, после молитвы его вид преобразился. Почему-то, кстати, об этой истории повествуют три евангелиста. Это Марк, Матфей и Лука. И все три говорят, что вот произошло определенное событие перед преобразованием. Он молился. Он помолился, и вдруг изменяется все вокруг. Вот интересный момент. Апостолы стали свидетелями преображения. Кстати, Иисус говорит, что есть среди вас некоторые, которые не увидят смерти, увидят Царство Божие. И вот в этом как бы явилось Царство Божие, когда все поменялось. Второй момент. Революционная идея заключалась в том, что для евреев, вообще для еврейского народа, во-первых, Бог он один. Бог это недосягаемый тот, которого ты не можешь познать. Больше того, они не могли его даже по имени называть. Они придумали специальный способ, как много раз не повторять его имя. И тут происходит революционная идея. Она заключалась в следующем. Первое. Иисус – это избранный Богом Отцом. Он избранник. То есть для них это был… Кто такой был для них Иисус? Ну, это учитель, это раввин. Это, да, он сделал большие чудеса, да, он был пророк. Но оказывается, в данной истории они вдруг узнают, что он был избранный. Он избранник. Избранник самим Богом Отцом. Второй момент. Он сын Бога. Назвать себя сыном Бога в то время, это ну, практически себя обречь на самоубийство. Потому что еврейский народ это мог воспринять как богохульство. Как это так? Ты себя сыном Бога называешь? Кто ты вообще такой человек? Представляете, человек говорит, я сын Бога. Ну, то есть у человека было такое понимание, если ты есть Бог, и если ты называешь себя сыном Бога, это равно, что ты Бог. Кто ты человек, что ты себя сыном Бога вообще назвал? Насмелился. Вот. Так вот, интересно, что когда в этом тексте, в 35 стихе, он говорит, это сын мой возлюбленный, это не Иисус про себя так говорит, это Бог так про него говорит. Тем самым отсылка к чему говорит? Бог Иисуса называет равным себе. Он мой сын. Вот смотрите, допустим, такой пример. Вот у меня есть сын Назар. Кто такой Назар? Это мой сын. То есть практически он человек, потому что я человек, и он человек. Вот интересно, да? То есть я не могу назвать свою кошку моей дочерью. Почему? Потому что я ее не родил. У меня совершенно другой генетический код. То есть это животное, да? Но вот сын моего я могу назвать сыном. И он генетически мое, как бы, следует за мной, да? То есть фактически, что этим сказал Бог? Это мой сын, это равный мне, это Бог. Вот что это означало. Для евреев это было что-то вообще это невообразимое. Кстати, вот если вы кто читал Евангелие, значит, был такой спор, то часто евреи даже ему это как в упрек говорили. Ты себя сыном назвал Божьим, ты богохульствуешь. То есть они это восприняли очень, евреи это вообще очень к этому были. Третий момент. Бог, Отец, повелевает ученикам слушать Иисуса. Это вообще феноменальная идея. Но Бога слушать, да. Моисея слушать, да, потому что он дал закон. Но слушать Иисуса, слушать Христа, Бог повелевает ученикам слушать Иисуса.
Третий момент. В Иисусе объединились Ветхие и Новые Заветы. Вот эта встреча, вот представьте ситуацию, вот пришли апостолы, да, вот они на горе. Они заснули вообще, во время этого они заснули. Тут они просыпаются, что они видят? Они видят Моисея, они видят Илью, они видят Иисуса, и они видят голос Божий, который говорит с небес. Смотрите, что получается. С одной стороны находятся апостолы. Кто такие апостолы? Апостолы – это представители Нового Завета. Это те, которые понесут потом Слово Божье в этот мир, в языческий мир и так далее. С другой стороны стоят великие пророки Ветхого Завета. Это Моисей и Илья. Кто это такие? Моисей – это человек, который лично, лицом к лицу разговаривал с Богом. Это наивысший авторитет евреев. Наиболее высшего авторитета у евреев, ну разве что Авраам. Но Авраам это был праотец, и он не был создатель израильского народа. То есть как бы государство Израиль было создано благодаря Моисею. Потому что до Моисея Израиль это было просто народ, это племя было. Но когда появился Моисей, это уже произошло государство Израиль. Это уже царство произошло. Ну то есть были цари и так далее. Кто такой был Илья? Илья это самый величайший пророк, который не видел смерти. Он был живьем, взят на небо. То есть представьте, два величайших авторитета Ветхого Завета стоят с Иисусом Христом и разговаривают о его смерти, о его кончине здесь на земле. И апостолы вот это все наблюдают. Он хотел показать, что Иисус объединяет Ветхий Завет, и он объединяет Новый Завет. И в этот момент голос неба говорит, ребята, вот этот Иисус Христос, это мой Сын, я весь авторитет призываю на Него, потому что Он мой избранный, Он мой Сын и Его Христос. Все. Момент уже передачи авторитета перешел со стороны пророков на Иисуса. Он стал вот этим вот главным, как бы на кого надо равняться. И по сути, что произошло? Произошло, что апостолы стали свидетелем этого. Они поняли, что это не простой раввин, это Божий Сын. И теперь они берут эстафету и несут это слово в этот мир. Это потрясающая картина. В Ветхом Завете есть такое понятие, что при двух и трех свидетелях будет всякое слово верно. Да? То есть, когда происходил суд, то на суд приглашали 2-3 свидетеля. И это говорили, этот человек украл козу, например. Ты брешешь вообще. Нет, у меня есть 2 свидетеля такого. Раз, ну, приходит, значит, свидетель, да, слушай, вот я видел, как он за рога стащил там, тот отвернул. И тогда говорили, вот, на основании того, что было 2 свидетеля, вот этот мошенник украл козу, например. Что удивительно, что от самых простых вещей, вот таких вот, которые происходили в Израиле, до самых серьезных и глобальных, всегда 2-3 свидетеля должны были происходить во время суда. Теперь смотрите, что происходит. Задается вопрос, почему 3 апостола? Потому что это 3 свидетеля. Апостол Петр, апостол Иоанн и апостол Яков. Потом это было 3 столпа и церкви. Это, ну, как бы так и называлось, 3 основания церкви. Они были свидетели преображения Иисуса. Они увидели Сына Божьего, они увидели Бога. Вопрос, хорошо, тут понятно. А что же тут происходит? Там же все-таки их было 2, да? Моисей и Илья. Не-не-не, их было 3. Был Моисей, был Илья. И кто был 3-й свидетель? Бог. Голос Божий. И тут вот, смотрите, в Новом Завете 3 свидетеля, в Ветхом Завете 3 свидетеля. Все. Произошло соединение Ветхого и Нового Завета в Иисусе Христе. Потрясающая вещь. То есть это, друзья, это глубочайшая теологическая идея. И последнее. То, что я уже говорил, упоминал раньше. Бог Отец возводит авторитета Иисуса выше пророков Моисея и Ильи. Если мы берем ислам, то, например, в исламе все 3 пророка являются авторитетом. Моисей, Илья и Иисус. Они все 3. Но тут нету пророка, который авторитетный в исламе. Тут нету Мухаммеда. Потому что его и не нужно. Потому что уже все совершилось.
Есть три пророка: Моисей, Илия и Иисус. Все. И голос неба, который сказал: да, вот это его слушайте. Отныне его слушайте. А когда-то Моисей сказал Бог, он сказал, что после тебя останется пророк, который будет иметь авторитет, как ты, и его будут слушать. Бог говорил Моисею про приход Иисуса Христа. Ветхий Завет закрылся. Все. Он совершился. Наступает эпоха Нового Завета. Друзья, смотрите. Теперь мы понимаем, да, почему важность есть этого праздника. Праздник преображения Господня. Все, что такого особенного. Какая центральная тема в этом событии? Как вы думаете, вот центральная тема, что здесь мы должны узнать и что мы должны здесь понять? У меня есть три вопроса. Я так понимаю, что, видите, Слово Божье, оно универсальное, и оно как бы для каждого из нас где-то мы увидели какую-то свою такую истину, которую Бог хочет, чтобы сегодня она у нас осталась в сердце. Три вопроса. Наших замечательных три вопроса. Что нового я узнал или узнала сегодня из этого текста? Первый вопрос. Второй вопрос. Что произвело на меня наибольшее впечатление сегодня? Вот вообще знание эту историю. Ну, даже, кстати, про яблочный спас, если вас что-то зацепило, один вопрос. То есть, ну, я просто говорю, вот сегодня тема, вот, что на вас произвело вообще наибольшее впечатление? Третий вопрос. Что бы я мог или могла исполнить в моей жизни? Зная сегодня то, что мы сегодня читали. Еще вот, перед тем, как мы сейчас на группе разобьемся и будем делиться друг с другом, мы помолимся друг на друга, один такой момент хотел сказать. Вот можно сказать такой, задать вопрос. Ну, хорошо, ну а яблочный спас вообще тут при чем? Вот. Ну, понятная история, преображение. Друзья, у меня была сегодня задумка, такая идея. Ну, во-первых, немножко разобрался, кто не разобрался. И второй момент такой. Мы встречаем вокруг себя очень много разных людей, которые очень много имеют разную информацию. Вот такие праздники, как сегодня, ну, как которого мы 19 августа праздновали, такие праздники, чем они замечательны? Ты можешь с человеком еще раз рассказать о Боге и рассказать о Божьей любви. Как это лучше всего сделать? Начинаем с яблочного спаса. Да, с Сидора. Почему? Потому что мы все не знаем, его никто не учил. Но ты с человеком, начиная с яблочного спаса, чем ты можешь закончить? Сказать, слушай, а ведь на самом деле это суть праздника совсем другой. Суть праздника во Христе. Ты представляешь, что произошло тогда? Это очень, ну, часто этот прием, его использовали апостолы. Они начинали с народной темы и заканчивали библейской истиной. Поэтому, друзья, вот этот здоровский инструмент, кидаю вам в руки, пользуйтесь, говорите с друзьями, делитесь, потому что это очень хорошая возможность еще рассказать об Иисусе, о его любви к нам и его спасении.